Воронежские археологи претендуют на научное открытие. В исторической части города, рядом с главным корпусом Воронежского госуниверситета, они раскопали постройку полукруглой формы, которая предположительно относится ко времени основания Воронежа. На месте студентами ВГУ уже обнаружены элементы керамики и старинная детская погремушка. До главных доказательств того, что именно на этом месте находилась крепость, ставшая основанием Воронежа, археологам еще предстоит докопаться. А пока музей ВГУ пополнился новыми экспонатами, возможно, самыми долгожданными за всю историю изучения города. Мы планировали заложить маленький шурф и этим дело ограничить, но вот, видимо, нам повезло. В шурфе оказалось нечто большее. Вот там темное пятно – это остатки древней постройки. Оттуда идут находки, керамика 17 века. Мы получаем данные о материальной культуре, о быте этого населения. Ну а что будет, вскрытие покажет. Ну, для нас это очень интересный шанс прикоснуться к истории древнего города Воронежа. Раскопки такого уровня первый раз проводятся в исторической части города, поэтому, можно сказать, уникальный шанс.